Здравствуйте. Старается установить памятник ребятам, погибшим в Чечне, и все, у них денег не находится. И даже люди. У меня получилось, что у меня и с инициативной голоса решили. Я выиграл да. А вот вы стали, да. Стали. А вы не смирились, да? Я не согласна и с фальсификацией на выборах, и, конечно, мне очень близко. Везде верняка, мне не могу не прийти сюда. По цензуре. Потому что мы видим, что сделали сейчас газеты «Коммерсант». Мы видели, что в Дагестане вот опять случай убийства журналиста. В нашем городе «Хонедель» единственная площадка, где могут и правозащитники высказать свое мнение, и люди, которые имеют какую-то свою точку зрения. Где защищается право человека? И против чего вы протестуете? Вы хотите, чтобы я что-то сказала? Угу. А, даже не знаю, что вам сказать. Хотелось бы, чтобы на странице газеты «Эхо недели» отражалась только правда. Чтобы нам не отказывали в публикации, чтобы не давили на газету, не запрещали писать о том, о чем хотят. Но особенно я хотела бы сказать о том, что в данный момент старики города Железногорска подняли вопрос о возбуждении уголовного дела против негосударственного пенсионного фонда «Отчизна». Ограблено 700... Мы стоим, чтобы... Значит, люди хотят знать правду, а, значит, органы правоохранительной власти не желают этого. Поэтому мы считаем, что, значит, мы вышли на пикет, что, значит, во-первых, значит, чтобы не прессовали газету «Эхо недели», мы знаем, как их таскают в полицию, в прокуратуру и прочее. И за равный доступ кандидатов в СМИ. Поэтому вот пришлось нам. И будем отстаивать свои права, насколько это законом, конституцией. А вы почему защищаете журналистов? Потому что «Эхо недели» самая независимая газета, которая допускает критические материалы насчет того беспорядка, который существует, который не освещает ни одна другая газета. Которые, наверное, больше всего у меня было собственных статей. Дина, а ты чего мерзнешь? Ну, я как сотрудник газеты не смогла остаться равнодушной к данному пикету, потому что меня эта проблема задевает лично. Мне не нравится вот та несвобода слова, которая на самом деле у нас сейчас в городе пытаются установить. И очень надеюсь, что власти обратят внимание на этот пикет и на то, что мы не согласны с тем давлением, которое оказывает на редакцию полиции. А вы против чего протестуете? Не против чего, это акция. Тогда за что вы выступаете? Чтобы не давили на наших журналистов. Я вышел на пикет в знак поддержки самой демократической, народной, что не есть народной газеты «Эхо недели», подписчиком которой я являюсь на протяжении 15 лет. Только она, единственная в городе, может выразить иное мнение. И поэтому всякие наезды от Роскомнадзора абсолютно несовместимы с нашей демократией. Свобода слова, свобода митингов и так далее. Поэтому защитим как можем, поддержкой. Рублем, когда идет подписка. Пикетом, когда идет массовое пикетирование. Директор Железногорского центра по правам человека Борисов Сергей Федорович, председатель Гражданского союза. Хочу сказать, что то, что делают власти всех уровней по отношению к прессе, в частности, газете, независимой газете олигархов и бизнесменов, значит, «Эхо недели», это самый настоящий правовой беспредел, грубейшее нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона о СМИ и, более того, грубейшее нарушение статьи 10 Европейской конвенции по правам человека «Свобода самовыражения». Ибо «Эхо недели» освещает мнение всех людей, всех рангов, всех уровней. Однако это
рубеж нарушения демократии в Российской Федерации и в нашей Курской области, в Заволжье, в частности. Это самый настоящий правовой беспредел. А вы почему защищаете Ахангеле? Ну, потому что просто вопрос, как сказать, простой, и ответ такой же простой, потому что просто читать в городе больше нечего. Да. И что, это потому что газета устраивает свои независимые позиции, что сейчас редкость большая. Высказывают всевозможные мнения людей с разными позициями жизненными и политическими. Нельзя допустить. Ой, и кто же это у нас протестует против политического сыска? Мы! Так, что речь сказать? Сотрудники Хангеле протестуют против политического сыска и вообще любых сысков. А вы против чего? Мы против чего? Да. Мы за свободу слова. Мы за свободу мнений. Мы за за информацию, которая должна соответствовать действительности. И вот мы стоим, поэтому здесь стоим и протестуем против того, чтобы Эхо Недели наши оставили в покое, чтобы мы могли получать достоверную информацию. Закрывают нашу газету, попытка, так сказать, закрыть. А газета единственная в городе, которая может нам что-то рассказать. Больше же некому. У нас нет больше такой прессы в городе, в нашем маленьком, чтобы освещала на все стороны нашей жизни. У нас такой прессы просто нет. У нас есть газеты, но они освещают как-то все это однобоко. А эта газета, она освещает буквально со всех сторон. И с культурной стороны, и с политической стороны, насколько это возможно, конечно, по цензуре. Ну вот, я считаю, что «Эхо недели», она сама себе цензура. Они никогда ничего противозаконного не писали, так, чтобы можно было какие-то претензии к ним предъявить. Газета освещает нашу жизнь в городе, простых наших людей, простых жителей. Поэтому, если мы не защитим, ну, кто еще может защитить? Поэтому я здесь стою. Я здесь, потому что я за справедливость, потому что я абсолютно обожаю газету, самую востребованную, самую доступную, самую лучшую, наверное, и в числе российских газет, потому что столько вы имеете, и наград, и всего. И приятно взять в руки, приятно почитать правду о чиновниках, о беспределе, который у нас они учиняют в городе Железногорске. Я 23 года являюсь приемной матерью и знаю, на себе испытала, что это такое их злоба и зависть. Как они вымещают на людях свои амбиции. Это непереносимо. Как можно выступать против газеты, которая практически она является чуть ли не настольным уставом в каждой семье. Открыл, знаешь все. Информация доступна настолько. От расписания автобуса, движения, ну уже все газета. И, ну, разве может администрация позволить, чтобы нелестно отзывались в их адрес, мнение высказывалось людей через газету? Конечно, это вызывает негодование, конечно, им надо повелевать с высоты своего положения власть имущих, говоришей. Вообще это страшно. Вроде уже живем в 21 веке, уже люди должны понимать, осознавать, что уже давно нет советской власти, когда совершенно только все по-другому было. Сейчас все должно меняться в лучшую сторону. А информацию мы черпаем только из средств массовой информации. Но она, оказывается, еще не всем доступна. Вот выборы последние, которые были 4 декабря. Промелькнули руководители, то есть оппоненты главы города нынешнего. Все, только везде его видим. Огромные плакаты, рекламы, газеты, телевидение, только о нем одном любимом. Но это же не так на самом деле. Поэтому мы приходим сюда, чтобы сказать свое мнение. Привело то, что
не хочу, чтобы у нас творились беспорядки дальше. Я против того, чтобы газету закрывали. Люди должны знать правду. Собственно, основная цель. А вы хотите что-нибудь сказать? Да, у нас жесткая цензура со стороны власти в отношении газет, которые говорят правду, не оправдана. Люди хотят правду, люди хотят, чтобы власти с ними считались, и мы выступаем за это. Остальное. Только ради этого я буду. За одну эту статью я буду стоять здесь. Спасибо, сейчас проходить. Потом все люди захотят. Эхом отозвалось. Правды нет, но эхо осталось. И всегда должно быть.